В Саратов с концертом женщины приехали из соседнего региона. Цель их гастролей – сбор денежных средств. Благотворительный фонд одного из государств ближнего зарубежья. Не предупредив администрацию и никакие органы, мы разложились на площади возле рынка, напротив торгового центра, с целью провести эту акцию, и через 15 минут к нам подъехала полиция. Собрала нашу аппаратуру и отвезла нас в отделение полиции. Средства на аппаратуру выделил фонд. Остальные деньги, по словам участниц турне, они отправляли организаторам. Сколько денег вы отправляете? Ну, там чеки есть. Мы отправляем, сколько собирается, столько отправляем, оставляем себе на жилье, на пропитание. Было установлено, что граждане совершали сбор денежных средств на центральной улице города. По результатам рассмотрения в отношении граждан были составлены административные протоколы по статье 1.7 закона Саратовской области. Данный материал был направлен в суд для рассмотрения. Также у одной из женщин не оказалось документов, подтверждающих право на пребывание в стране. В отношении нее составлен протокол, предусмотренный статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.